Глеб Матвейчук. Я еще от прошлого брака не отошел. Сейчас он на расхват. Фестивали зазывают, телешоу заманивают, гастроли ждут, да и поклонницы активизировались. Все-таки с недавних пор Глеб Матвейчук вновь завидный жених. На фестивале в Витебске поклонницы от него не отлипали, и только приезд бывшей жены Анастасии Макеевой их как-то урезонил. Ну, я действительно общался с местными поклонницами, ведь сам из Белоруссии, хоть и не из Витебска. А приезд Анастасии никак на этом общении не сказался. Мы с ней просто коллеги сейчас. Участвовали в одном концерте, общались по работе и все. Новой невестой называют актрису Елену Глазкову. Да я еще от прошлого брака не отошел, но с Еленой мы дружим. Летом в одной компании ездили в Болгарию отдыхать. Ну а теперь готовимся к премьере антипризного спектакля, которая пройдет в ноябре. Как и в прошлый раз, с постановкой «Территории страсти» мне помогают мой старший товарищ Александр Балуев, моя мама, и Елена в этом спектакле будет играть.